Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий. Все пытаюсь забыть апокалипсис, но, наверное, его не забудешь, если не покончишь с ним раз и навсегда. 85-й день апокалипсиса. Дэйв, Гарри, все тренируются на манекенах. Кто тут еще с ними? Больше никого, что ли? Серьезно, что ли? Обычно их втроем любители. А, у меня же Бретта прошла ритуал перевоплощения, и она теперь стала разведчиком. Она теперь разведчик, да еще и берсерк. В общем, психованная, ее лучше не трогать, иначе, я не знаю, разрежет просто на кусочки. Автоматическая разведка, дальность. Слушай, ну будет она вот, чувствую, ну снайперские винтовки ей вот, хочется держать в руках. Поэтому я думаю, что как только они появятся, они обязательно у нее будут в ее крепких руках. А сейчас просто держи вот это ружье. Винтовки, святое просто оружие, святое. Броня, держи куртку. Выбрать снаряжение, что же выбрать? Ну, пускай будет щит пока что. У нас Хизер. Наша Хизер. Чего ей не хватает? Она уже 9 уровня, она получила еще один навык. И что она хочет? Она занимается исследованиями, и производством, и немного строительством, я не знаю, ну в карьеры, ну хватит, перестань. Знаешь, ну вот хотя бы немножко, чтобы что-то с уклонением уже что-то связано. Давай вот, да, в уклонение. Уклонение. Ну мало ли что, все-таки нападают на наше поселение иногда. Давно я не был здесь. Даже придется немного вспоминать. Так, Марта у нас здесь добывает железо. Мне нужны, если я не ошибаюсь, мне нужны алмазы. А алмазы строятся в карьерах. А, вот здесь один карьер уже строится, да? Ну, я могу еще один карьер. Здесь, правда, далеко, но я могу его построить. А знаешь, а почему бы вот здесь дом пустует? Почему бы здесь не построить что-нибудь для того, чтобы они здесь и отдыхали? Строительство. Если, конечно, хватит чего-нибудь. Нет, ну, на кровать мы нашкребем. Немного ее развернуть. Вот здесь пускай это будет. Скорость исследования увеличивалась. А я хотел, если не ошибаюсь, я хотел увеличить размер... Размер группы, чтобы с нами брать Леонардо. Сан-инспектор. Он по призванию сан-инспектор, он может лечить. Это у него не оттенять, это у него от природы. Он родился такой, сан-инспектором. Сразу родился в белом халате. Ему нужно механическое оружие, вот в чем. Вот что. Механическое оружие, пушка. Редкое. Механическое оружие. Редкое. Леонардо, а ты не можешь редко экипировать, правильно же? Нет, почему? Он как раз это и может. Поэтому редкое держи. Пушка Гаусса. Это хорошо. Теперь у нас Кенни с пушкой Гаусса, Леонард. И похоже, они, наверное, с нами-то и будут ходить. Ян, Энди, Кенни, Максимка со способностью лечения. Святое оружие. Ну, не знаю, пока что ходи с олимпийским этим луком. Марта тоже с луком. Нужно срочное исследование. У нас два уже исследовательских стола. Они все трудятся, они все исследуют. Что, с едой проблем нет? С водой тем более проблем нет. Очки немного растут. Знаешь что? Прям что? Ритуал роста можно проводить. Потребление пищи минус 30%. Ну, не знаю. Пускай кушает на здоровье. Защитная аура. Слушай, давай вот защитную ауру начнем, потому что это долгий процесс, и она все равно пригодится. А может быть, я созрею и отправлюсь-то на основное задание. Основное задание исследовать адские врата. Мне уже давным-давно туда пора. Уже говорят, когда ты пойдешь в самом деле. Иди, собирайся, иди. Сейчас, Эльза, выживальщик. Эльза, конспиролог. Угу. Ты же можешь собирать. Конспиролог. Может быть, луки?
или винтовки. Вкачать тебе. Что вкачать-то, Эльза, выживальщик? Тебе, в принципе, все равно. Луки. Даже не знаю. Давай все-таки винтовки. Давай все-таки винтовки. Эльза еще один навык получает, да? Когда 5 уровня достигает, они получают 2 очка навыков. Как и 10, если достигают, то тоже 2 очка получают. Ну давай винтовки, Эльза. Винтовки у нас есть в наличии? Фигушки, ну есть вот какая-то там, ну такая аркебуза, это такой древний аппарат, что не дай бог просто. Нужно что-нибудь произвести, в конце концов, что мы не можем сделать, что ли, какую-нибудь винтовку. Хотя у нас этих мистической лозы очень мало. Ну ладно, пускай, ладно, не будем жалеть. Святой доспех, свят, свят, свят. Но мне нужен кевларовый жилет. Мне нужен кевларовый жилет. Давай-ка раз, давай-ка два. Приоритеты. Давай сюда чуть поближе. Винтовка где-то здесь, вот сюда куда-нибудь тебя. Что там, лекарства делаются, кирпичи делаются, все, в общем, научные очки пойдут на увеличение группы, я так думаю. Ян, защитник, наконец-то, Ян, ты неужели, ты самый первый появился здесь, ну ты так тяжело что-то учился, потому что он не любит учиться, он любит драться. Ближний бой, отражение урона. Знаешь что, вот, например, стойкость или уклонение, или стойкость. А ты смотри, можешь естественное восстановление плюс 50%. Слушай, подожди, быстрое лечение. Давай, наверное, возьмем это. Естественное восстановление. Хотя, может, зря это сделал. Ладно, нормально, нормально, нормально. Я думаю, что будет все хорошо. Максимка наколдовывает. Как бы, слушай, не хватает, может, еще кого-нибудь найти к нам, а? Еды хватает, воды тоже. Почему нет? Вот здесь все-таки нужно что-то переделать. Вот не нравится мне совсем вот эта вот организация. Ну да ладно, скоро придут к нам, 90 уже, 90, они же обязательно скоро придут, даже скорость я чуть-чуть увеличу. Кроватку уже сделали, в принципе, если что, отдохнуть здесь можно. Ну мало ли, где они будут там наработок, где-то что-то собирать, почему нет. Знаешь, между делом создать задачи, вырубить лес, вот где-нибудь, почему, собственно, здесь. Пускай вырубают лес, занимаются делами. Кто там апнулся? Елена, инженер, строитель. Вот строитель, и будешь строить и дальше. Елена. Елена, строительница. Кенни, Глен. Ну, кто с нами ходит, все, в принципе, уже. Марта, ну, Марта, надо было тебя это самое. Подожди, Марта, так не пойдет, нужно. Где кевларовый жилет? Что, еще не сделали его? Еще не смастерили кевларовый жилет? Очень плохо, очень плохо. Так, винтовочки, винтовочки у нас есть. Где у нас Эльза? Эльза, держи винтовку. Кстати, дальность приличная, нормальная, по крайней мере. Не олимпийский лук, но нормально. Что? Так, 96 заметность базы. Скоро ждем в гости. Что там, кевларовые жилеты? Нет? Да как так? В чем дело? Почему никто не делает кевларовый жилет? Чем все заняты? Ну, чем-то заняты. Работы много. Тут работы, мама дорогая. Я вот их направил вырубать деревья. Думаешь, это так просто? Они пошли, все сразу вырубили. Молодцы, конечно. Молодцы. Ничего не скажешь. Требуется помощь.
Кого-то неподалеку преследуют враждебные существа. Отправьте группу ему на помощь, возможно, он захочет присоединиться. Да он невозможно, он присоединится к нам. Ну вот я не знаю. Все, в принципе, должны справиться и без меня, правильно? Правильно же. Справятся. Поэтому на карту мира я отправлюсь. Группа Минотавры. Это что-то не та группа. Последний раз мы... Так, у нас идет... У нас идет... Гарри. У нас идет... Ян. У нас идет Кенни. У нас идет Глен обязательно. Дэйв нет. Извини, Дэйв, не сейчас. Максимка. Так, а проверить, что у них все есть. Вот у Максима, например, нету. Почему? Надо взять. Готово. Максим, Гарри, Марта, Кенни, Глен, Ян. Отправимся на спасение. Ну, лишние руки не помешают. Я думаю, что не помешают. Да и размяться. Ох, или сейчас нас разомнут. Ну что ж, мы прибыли. Мы прибыли... Так, подожди, Марта. Инстинкт охотника... По-моему, все, да? Энди с нами нет. Так, а вот уже и показались наши друзья-товарищи. По суккубу. Подожди, что ты делаешь? Ты не можешь выстрелить вот так вот отсюда? Ладно, они ушли. Они ушли. Марта, прицельный выстрел сделай просто по кому-нибудь. Вот и все. Вот и все. Вот и все. И понеслось. И понеслось. Так, 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 так. Молодцы, 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 молодцы. Ян, Ян. Демонов, демонов. Гарри, уходи. Так, все очень плохо. Максимка. Лечи Гарри. Максимка. Лечи Глен. Пошли искать эту заблудшую душу. Где она есть? Было бы хорошо, если бы она оказалась рядом с выходом, но она вряд ли так повезет. Да уж. Такс. Ну что ж. Ну что ж. Откуда будут нападать? Марта, занимай, наверное, позицию здесь. Глен, ты готовься. Готовься. Открывать. Гарри где-нибудь в кустах. Ян, ладно, здесь. Максимка здесь. Кенни в кусты. Глен, иди сюда. С этой стороны прям становись. Начинай. Только быстро, быстро открывай, Гленушка. Быстро. Так, с этой стороны иду, да? С этой стороны суккубище. Суккубище ты такое. Гарри по суккубу. Кенни по суккубу. Макс по этому суккубу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Убирайте их. Да черт побери. Гарри сюда. Марта сюда.
Кенни. Макс. Кенни, лечи Гарри. Ну вот Грейс. Грейс. Черт, но мы не успеем сбежать. Ну не успеем. Вот чувствую, нам нужно отбиться. Да, конечно. Хотя... Картонах! Картонах! Кенни сюда. Марта сюда. Глен сюда. Гарри сюда. Все на Картонаха. Все на Картонаха. Убейте его. Убейте его, боже мой. Все. Бежать. Бежать без остановки. Кто там стреляет? Еще один Картонах? Еще один Картонах? Бегите, бегите, бегите. Спасайтесь бегством. Нет, можно, конечно, надо было остаться. Но раз уже мы бросили свои позиции, то лучше убежать. Лучше убежать. Ай, Марти, Марти по, прям по пяткам стреляют. Есть. Ага, она сбежала. Грейс, добро пожаловать. Добро пожаловать, Грейс. Ты у нас ремесленник. Торговец. Скорость сбора ресурсов плюс 40, пистолет и точность плюс 20. Враги приближаются. Враги приближаются. Этого нам не избежать. Приоритеты. Что ты у нас, Грейс, любишь? Она любит ковыряться, да? Ковыряться, ковыряться. Давай сюда. Давай сюда. Грейс, а что ты там делаешь? А? Ты возвращайся. Сейчас нехорошие придут люди. Там вообще делать нечего. Давай назад, давай назад. Грейс, навыки. Слушай, ну, что мы тебе дадим? Ну, что-нибудь. Пускай даже ту же аркебузу, ну, какую-нибудь броню. Какое-нибудь снаряжение. Марта. Держи кевларовый жилет. Он твой. Как-то нас неохота идет к нам. Давай скоростушки добавить. Они думают идти или не думают, эти враги-то? Враги приближаются. Как-то они долго приближаются очень. Ладно. Тогда, пока враги приближаются... А, режим обороны. Все. Все. Все встречаем. Я понял. Так, ну... Грейс у нас не назначена, поэтому ладно. Пускай она отдыхает. Пускай отдыхает. Она все-таки новичок. Куда ты пошла, Грейс? Правильно, ты занимайся делами. Мы будем обороняться, а ты занимайся делами. Нападение. Нападение. Да пусть так, как будет. Одержимый. Картонах идет. Картонах, ребята. Вот кого-кого, а эту гадину нужно просто уничтожить в первую очередь. Ну-ну-ну-ну-ну, ну что такое? По Картонаху. Так, хорошо. Кенни, брось это дело. Одержимый. Хизер, одержимый. Энди, одержимый. Готов. Картонашки идут. Трое. Картонашек трое. Так, Хизер, давайте на позицию сюда. Глен, давай сюда. Анна, что там у тебя? Да бог с ним, иди сюда тоже. Чуть поближе просто перейдете. Гарри, давай сюда тоже.
Нет, не добежит Гарри. Давай сюда. Давай сюда. Все, встречаем. Встречаем первого картонашку, второго. Третьего. Кто там еще плетется, а? Легион. Блин, ну вообще, ну вот подсунули, а. Ты же будешь тут долго идти. Давай-ка скорость чуть-чуть увеличу. Шлеп. Так, все по местам, все свободны. Все замечательно. Устал. Конечно, устали. Что это такое? 1670. Блин. Что у нас там по ресурсам? Нет камней. Я думаю, что я пока что вот это вот уберу. Назначу добычу камней. Потому что это несколько нужно и несколько важно. Вот здесь, да? И, в принципе, даже можете заняться рубкой деревьев тоже. Исследование. А чтобы нам исследовать продвинутую логистику, нужно 260. В принципе, не так уж и много. Если сейчас нам... Где это? Подожди. Не здесь. Вот. Ритуал сосредоточения провести. И, в принципе, будет хорошо. Знаешь, ну а тем самым временем я... Чё сидеть-то? Чё сидеть? Гарри, конечно, подранен, но ничего страшного. Мы можем приспокойненько пособирать ресурсы где-нибудь в этой вот стране. Почему нет? Там металл, железо и все остальное. Поэтому нечего нам рассиживаться. Вперед. Скорость увеличить. Я думаю, что когда у меня появится еще один человечек, вот тогда я сюда и отправлюсь. Ну что-то как-то мне страшновато. Торговец появился. Торговец — это хорошо. Но что там торговать-то особо нечем. Паяльная лампа. Редкий инструмент. Прикольно. Вулканический лук. Редкое оккультное оружие. Узишка. Песнь славы. Генератор силового поля. Уклонение, защита. Это интересно, да. Знаешь что? Вот мистическая лоза. Я ее возьму, пожалуй. Может быть, даже что-нибудь продать? Было бы что продавать-то? Продавать-то особо нечего. 6 продать еще. Ну, вот так. Скорость чуть побольше. Запрос о помощи. Да что ж такое? Вот только я собрался собирать, они запрос за помощью. Подождите. Так, хорош. Дальше пошли. Вот здесь мы пострадаем. Да? Ну, немножко. Ну, пострадали. Что у нас здесь? Металлолом. Ну, можно зайти, можно. Правда, этих много одержимых противных, вот этих вот, ну...
Или это призрак, да? Ну, нормально. Готовы. Пошли дальше. Пошли дальше, прям без остановки. 1760. Очки исследования. Автобой. Ян, да что такое? Вот что тебя так мучает? То все нормально, и вдруг вот такое вот. С кем-то он не очень прям. Подшанкил, конечно, пойду я туда. Вот сюда мы зайдем. Автобой. Ну ладно. Бита, вот она мне была нужна. Вот мне нужна была бита, прям не могу. Или где много демонов? Там Ян начинает проседать. Ну попробуем. Ну как бы здесь более-менее нормально. Хорошо. Давай туда идти, где меньше демонов. Вот здесь много. Вот здесь тоже много. Здесь как бы парочку. Да, вот сюда мы с тобой двинем. Поделиться овощами у нас есть. О, руководство тренера. Незнакомец у костра. Спасибо. Спасибо, пригодится. Спасибо, пригодится. Думаю, что овощи мы насобираем. А ну-ка сейчас посмотрим. Тяжковато, тяжковато. Запрос о помощи. Да что ж такое? Медь, металл. Идем сюда. Ян, только не умирай. Так, все нормально. Все нормально. Подожди, что здесь? Оу, здесь эти слабные существа такие нехорошие. Я, наверное, туда не пойду. Эй. Идем сюда. Автобой. Замечательно. Что это? Защитная... А, защитная аура. Минус 20% длительность. Нормально, нормально. Это хорошо. Требуется помощь. Вы подождите пока со своей помощью. Автобой. Мама дорогая. И это ради вот только этих деталек, что ли? Давай вот этих заберем. Здесь вообще не должно быть проблем никаких. Гарри начал страдать. Здесь будет... ну вот сюда можно зайти. Вот сюда можно зайти. Автобочек. Хорош. На этой зеленой зоне вообще не должно ничего страшного быть. Ничего нужного, ничего страшного. Вот тут какие-то бесята эти. Ну, Гарри что-то дрогнуло. Дрогнуло. Что, прям интересно, что я получил. Консервки, немного серы. Мама дорогая. Слушай, ну сюда лучше не соваться. А? Да? Нет, пошли назад. Пошли назад. Запрос о помощи. Защитная аура — это хорошо. Защитная аура — это хорошо. Давай сразу, наверное, ее, чтобы сразу ее, наверное, снова делать. Потребление пищи. Пока нет нужды в этом. Ритуал роста, скорость роста. Это мы, наверное, пожалуй, сделаем. Очки научных исследований должны сейчас расти быстрее. Что вы здесь? Все вырубали, все добываете. Создание колонии. Рубить вот это, лес вырубывайте, а потом я уже закрою.
Ян, я бы, наверное, сейчас отправил... Отправил бы лечиться некоторых персонажей все-таки. Иначе это будет очень долго. Давайте на уколы. Давай на уколы по очереди. По очереди. Остальные уж сами как-нибудь восстанавливайтесь. Гарри. 8 часов 40 минут, да? Производство. Так, чуть поменьше скорость. То с вами тут... С вами тут запутаешься. Чего мне может быть не хватать? Защитное распятие. Не, ну интересная штука. Слушай, а может быть взять ее на... Ну, просто сделать. Гранаты есть. Хорошо. Точность уклонения. Ткани нету. Почему? Делайте ткань, делайте ткань. Там у вас все нормально, все настроено, все должно работать. Набор медика раз, набор медика два. Ну, с остальным пока подождите. Грейс, ремесленник, торговец. Сбор ресурса. Ну вот, собирать ресурсы — это твое предназначение, поэтому ты это будешь делать. Возможно, и изучим еще и горное дело. Я думаю, что шахтерам... Шахтеры нам нужны. Шахтеры нам нужны. Так что трудись. Трудись на благо нашей новой нации. Все здесь повырубали. Лишь бы потом они ушли вовремя. Вот с этим закончить и хватит, наверное. Потому что мало ли что. Потому что мало ли что. Так, 2,65. Еще немножко очков научного исследования, и все будет хорошо. 2,69, 9,270. Хизер, ты где спишь? А ну-ка подойди, а ну-ка начни. Как только Хизер подходит к столу, сразу все идет. Вот это пробирка за пробиркой, пробирка за пробиркой. Апнулась. Кто? Леонард Академик, сан-инспектор. Леонард, редкое механическое оружие. Редкая механическая броня. Нет, редкое механическое оружие. Леонард, где-то есть. У тебя и так стоит редкое механическое оружие. Подожди, у тебя это было... Взял, только зря это сделал. Надо все это отменить. Когда-нибудь я возьму книжку и это все отменю, потому что это нехорошо сделал. Он и так умел пользоваться этим. Энди, инженер. Скорость производства. Энди. Не знаю, Энди. Может быть, механическое оружие все-таки начать тебе развивать. Такими полезными, но... Мирными навыками ты владеешь, а вот всякими разными там боевыми не очень. Так, стоп, исследования. Исследования основные. Продвинутая логистика. Все, добро пожаловать. Скорость путешествий, естественно, восстановление, но это чуть позже. Уход за ранеными, сейчас карта мира. Подробно. В группу у нас принимается он, ну как, я забыл, как тебя зовут, откликнись. Елена, Ян, Леонард, Кенни, Глен, Дейв, Бретта, Марта, Эльза, Волтер. Постой, Леонард, будь ты неладен. Леонард, поэтому бери кевларовый жилет и за место вот этой штуки, наверное, знаешь, что нам будет полезно.
Это на себя ты только можешь делать, да? Скорость атаки. Экстракт имбиря. Давай возьмем экстракт имбиря. Кенни, ты тоже без ничего. Кенни, что же нам взять-то, Кенни? Давай птичку на всякий случай возьмешь. Глен, щит, я не знаю, поможет тебе, нет. Возьми лучше распятие. Это, думаю, что надежнее. Максимка. Максимке тоже нечего брать. Бери экстракт имбиря тогда. Гарри с бомбочками. Ян с ожерельем. Красавец Ян. Так, готово. Правда, правда, все. И сейчас мы отправимся к этим все-таки вратам. Исследовать. Группа ушла. Вернется она, не вернется, никто не знает. Но она ушла. Скорость чуть побольше. Слушай, с едой проблемы. Что-то мне кажется, проблемы. Да, с едой проблемы. Едят много. Знаешь что, подожди. База. База. Производство. Что у нас с хлебом? Хлеб делают. Овощей нет. Строительство. Пшеничное поле, овощная ферма. Все, сделать еще одну овощную ферму. Не знаю. Может быть, еще одну. Ладно, пока не будем. Карта мира. Да уж. Пойдем посмотрим, где тут эти врата. Постой. Марта, ты сразу инстинкт охотника на себя сделай. Потихоньку, я не знаю, что здесь может быть. Не спешим. Полиция. Когда-то была. Может быть, кого-нибудь в разведку, слушай, а? А ну-ка распределитесь. Ян, а ну-ка пошли посмотрим с тобой. А то мало ли что. Трупы, скелеты. Слушай, большая прям территория-то. Большая территория. Где эти адские врата? Здесь все закрыто, да? Нет, здесь не пройти. Так, Ян, беги. Ян, беги. Гончие. Картонахи. Черт, вот это я попал, а. Так, гончих расстреляли. Да вы что спите? Картонах не спит, а вы спите. Вы же можете прекрасно атаковать их. Марта. Подпуская картонаха, я не знаю, это... Все. Очень сложная ситуация, можно так сказать. Так, хорошо. Кто-то еще идет. Падший ангел. Ну, давайте встретим, конечно же, достойно падшего ангела. Глен. Не отсиживайтесь. Хорош. Ян сюда. Яна нужно как-то подбодрить. Ну, давайте, наверное, пойдемте вместе все-таки. Дружной компанией. Или хотя бы займем где-нибудь место чуть-чуть
чуть-чуть дальше. Что вот здесь хорошая позиция, здесь много чего, каких-то насыпей. Прям нормально так. Ну, дело в том, что Ян здесь обойдет или нет? Конечно же нет. Поэтому что здесь стоять-то? Что здесь стоять? Нет, можно, конечно, сбегать посмотреть. Да, Ян? Притащить его куда-нибудь, кого-нибудь. Хотя бы в разведку какую-нибудь. Потому что таких больших территорий я еще не исследовал. Просто большой кубик. Где эти чертовы адские врата, а? Так, назад, назад. Назад. Нас увидели. Нас увидели. Суккуб-демон. Суккуб-демон нас преследует. Беги, Ян. Благодаря своей броне демонической, у тебя там все нормально должно быть с бегом. Ну, не все нормально, но все хорошо, по крайней мере. Эй, просыпайтесь, просыпайтесь, просыпайтесь. Ян бежит. Так, следующих встречайте. Так, ну вроде бы неплохо. Вроде бы даже неплохо, даже как-то сами потихонечку разбираются. Нет, падший ангел где-то стоит. Ян, побежали, посмотрим. Вот он где. Кенни по падшему ангелу. Марта по падшему ангелу. Максимка тоже сюда. Глен. Ну, Глен все равно не достанет. Было Глену что-то дать другое. Блин, Кенни страдает, а? Кенни страдает, прям не могу. Уйди, 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 уйди. Бейте ему взад. Ай. Ай-яй. Ян, уйди, ну что ты? Ай, туда он не может бежать. А врата, там все дела. Данные, полученные возле адских врат, несколько обескураживают. Уровень оккультной энергии, измеренный вблизи врат, оказался равным практически нулю. Команда исследователей теперь убеждена, что адские врата невозможно разрушить оккультными методами, и следует искать другое решение. Врата окружают некое силовое поле, но его источник находится где-то снаружи врат, а не внутри их. С целью проведения дальнейших исследований данной по адским вратам требуется построить подходящее, хорошо подготовленное место. Построить оккультную площадку. Хорошо. Слушай, я-то думал, что я сейчас здесь как начну воевать. Правильно Ира говорила, иди не бойся, а я боялся. Это достижение, фермерские поля, да? Давай автобойчик. Ян проседает, слушай, надо ему какую-то серьезную броню прям. Прям серьезную броню. Серьезную невозможную броню. Идем сюда. Скоростушку увеличим чуть-чуть. Автобой. Так, хорошо. Это хорошо. Подожди, на базу вернусь. На базу вернусь. Вот это дело я отменю пока что. И здесь... строительство. Где мои колья? Требуется помощь. Да подождите, ребят. Построю. Потому что мало ли что, кто придет. Спасательные миссии организуются на карте мира. Незнакомцу требуется помощь. Да подожди ты с незнакомцем. У нас так уже предостаточно незнакомцев. Я даже их в лицо некоторых не знаю. Что мне нужно построить? Постройте оккультную площадку. Оккультная площадка. Где ты? Оккультная площадка требуется мистические свитки.
мистические свитки, где мне их взять? Производство, один минерал и эфир. Слушай, ну это вообще тоже не проблема. Сколько мне нужно? Нет, ну с эфиром, конечно, проблемы наблюдаются, но я думаю, что это решится в ближайшее время. Где-нибудь его отыщем, этот эфир. Мистические свитки. Алхимический стол. Алхимический стол. А у меня что, такого нету, что ли? Мастерская, оккультный стол для экспериментов. Могила даже есть, а алхимического стола нет. Алхимический стол. Сейчас тогда подожди. Оккультизм. Так, восстановление души. Алоэ какая-то. Оккультная мастерская. Яд демонов. Амулет умиротворения. Паладин. Падшие. Какой алхимический стол? Какой алхимический стол? Где он? Производство, может быть, да нет, это что-то должно быть здесь, наверное. Реликварий. Каменный круг. Подожди. Чуть отвлекли. А где же этот алхимический стол? Производится алхимический стол. Так. Исследование. Производство. Алхимический стол. Вот он. Что-то в производстве, конечно же. Набор исследователей. А у меня их нет, да? А у меня их нет. А у меня их нет. А нам нужно их найти. Черт. Похоже, их сейчас не видно совсем. Ладно. Тогда хотя бы открыть территорию надо. Открыть как можно больше территорию, потому что... Надо это найти. Пробирочки. Пробирочки. Где-то здесь они должны быть, наверное, в госпитале, да? А ну-ка, поиск предметов. Ага. Одни нашли. Так, подожди. Здесь тоже, да? И здесь тоже они. Что? Кто? Моракс? Цербер? Лич? Да ну ладно. Нет, ну вот эти мы, конечно, заберем пробирочки. Я думаю, даже это будет совсем нетрудно. Я думаю, что автобоем даже это все решится. Решилось. Решилось. Все автобоем. Никакого автобоя. Вот. Какой автобой? В бой. Все, в бой. В бой идут одни старики. Ничего себе автобойчик. Вот это да. Вот это да. Подожди, Марта. Инстинкт охотника. Какой? Легион. Так, становимся. Куда пошли, а? Куда пошли, собственно? Марта, а ну-ка пульника ему точный выстрел в зад. Вот, отлично. Давай. Давай, Ян. Ян на передовую. Иди за Яном. Верти, крути. Отлично.
Давай сюда. Демоны идут. Так, ну все, полетели. Шутки в сторону. Я плохо. Так. Нет. Макс, убейте этого легиона. Гарри. Кенни. Все давайте сюда. Марта. Все. Автобой. Какой автобой? Ничего себе, механические пластины. Механическое оружие. Скорость атаки. Редкая механическая броня. Серьезно, что ли? Да какой замечательный костюмчик мы нашли. Это же обязательно его оденет сейчас этот самый. А здесь нету этих пробирок? Нету? Нет, здесь совсем другое. Вообще, куда я забрался? Меня здесь сожрут. Не спросят, как зовут. Автобой. Знаешь, наверное, все-таки я... Блин, хорошее время настало как раз сейчас. Защитная аура. Вернусь я назад. Вот что. Проблемы с едой начинаются. Пища на исходе. Я думаю, что вернемся мы, и сейчас все наладится. Ну, с пищей действительно проблемы. Прям проблемы. И это, я думаю, потому что отсутствует Глен. Фермер. А без Глена как-то что-то не очень. Ну вот, и пошло. Что требовалось доказать? Только появился нормальный фермер, все сразу более-менее начинает нормализовываться. Значит, кого-то надо учить на замену, чтобы... Потому что, ну... Глен же у нас, да? Нет, подожди, не Глен. Не Кенни. А кто? Подожди. Как не Глен? Эксперт. Рабочий завода. А кто? Я почему-то думал всегда, что это Глен. Ладно, надо с этим разобраться. Или я, по-моему, потерял, да? Когда-то того человека, кто занимался фермерством. Надо вырастить достойного фермера. Хотя, я не знаю. Сбор ресурсов, сбор воды... Но это не то немножко. Так, а ну-ка давай-ка посмотрим. Фермерство. Кенни, у меня фермер был. Кенни. Глен. Что-то я путаю. Глен, Кенни. Фермерство у Аннабель есть. У Росса. Росс. Темное оружие, да? Надо вырастить достойного фермера. Габриэль. Может быть, Габриэль. Ну, посмотрим. Посмотрим, но это обязательно нужно сделать. Ладно, спасибо, что смотрели. Пока-пока и до новых встреч. Пока.